Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по буксу ВМР ОК. Вот я проверила букс на вывод, набрала я тут 5 рублей минималку. Значит, но вывела я не на ВМР кошелек, не на WebMoney, а на PR кошелек. Значит, работаю здесь вот в основном на кликах, потом и переходы. Так, серфинга здесь очень мало. Письма здесь вот тоже на письмах. И вчера добила я вот на капче. Ну, на капче я не знаю, я, наверное, вам не посоветую. Потому что это такая тягомотина. Я в режиме инкогнито дошла, мне чуть-чуть не хватало до вывода. Думаю, ну, на этих капчах, чтобы добить, как бы, и поставить на вывод денежку. Вот, пока я разгадывала эту капчу, потом, бац, мне в другой проект не зайти. Ну, как бы, пишут, там тоже надо капчу, что типа того, робот или бот пытается, в общем, когда много раз эту капчу вводишь. Я больше на ней не буду работать, на этой капче провались она. Главное, что на вывод проверила, букс платит. Сейчас я вам покажу. Я вчера выводила, 21 октября. Перевод выполнен вот ровно 5 рублей. Даже комиссию не сняли. Так, значит, вот мы 5 рублей, итого. Значит, выплаты. Выплаты. Сейчас я вам покажу. Значит, когда, если будете выводить на платежную систему Payeer, Яндекс или Kiwi, вам при регистрации был прислан код. Вписывайте свой номер кошелька, а сюда пин-код. Тот, который вам при регистрации. Вы должны были его сохранить. Вот. И вставляете сумму. И выводите. Ну, вот самое малое, вот я 5 рублей вывела. Вот. А здесь мне не вывести было, потому что что они пишут на ВМР? Выплаты производятся автоматически на ваш ВМР кошелек, если он указан в субботу, в воскресенье при наборе минималки на балансе аккаунта не менее 15 рублей. Ну, тут как бы ждать, ну, хотелось бы побыстрее, да, чтобы это самое проверить на вывод. Так, выплачивается весь баланс. Заказать моментальную мгновенную выплату без ожидания можно ниже. При этом максимально возможная сумма выплаты зависит от вашего статуса. Так что у меня статус маленький, новичок. Так? Вот. Лучше на PR. Без забот, без хлопот. И вот здесь, смотрите, обратите внимание. Вот дата 21.10. Сумма 5 рублей. И вот здесь, может, плохо выплачено статус. Видите, PR. Вот. Так что букс платит. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, такой он своеобразный, конечно. Но интересно. И я вот клики. Вот такая вот здесь капча. Я здесь еще ничего. И вот я перехожу по этим. И очень быстро как бы... А, это нет. Не то. Не то. Это задание. Здесь я задания не выполняю. Я вообще их ненавижу. Эти задания. Так, переходы. Ага, так. Вот переходы. Так, чтобы клик засчитался, вам нужно перейти на сайт, дождаться его полной загрузки и прокрутить страницу сайта до конца. Ну, в общем, вот на этих переходах я зарабатываю. Серфинга здесь почему-то мало. Может, я сильно часто здесь его пытаюсь на нем как бы работать. Ну, и письма еще. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, выводите. Букс платит. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.